Добрый день, на канале мы уже пересекли отметку в целых 40 тысяч подписчиков. Для меня эта цифра нечто больше, чем просто число зрителей на ютубе. Я начинал уже очень давно, в момент, когда не было на ютубе разоблачений, АСМР или даже разрешений видео в 4К. Да что там, даже Full HD появилось позже. В те моменты люди действительно пытались донести часть своего мнения до кого-то. И я был в числе тех людей, в числе тех, кто готов был отдаться своему хобби. И канал вместе со мной рос, в том числе и по качеству картинки, и по звуку, и даже по форматам. Я когда-то делал обзоры на игры, потом был момент, мне нравилось их проходить. Да что там говорить, я даже готовить пытался на своем канале. И это круто, что я постоянно даю разнообразие и пытаюсь в этом всем понять, что мне интересно больше всего. Но YouTube площадка огромная и не всегда она верно настраивает алгоритм. Несмотря на это, я упускал разные выпуски, которые набирали разное число просмотров. Я мог сделать видео на 50 тысяч, и вольт за него был другой на 200-300 просмотров. Я не знал, что такой подачи YouTube делает спад моих алгоритмов. Все дошло до того, что при числе в 25 тысяч подписчиков меня смотрело от силы 500 человек, да и то, если они зайдут на канал. У меня совсем не росло число просмотров и число зрителей, можно сказать, я остановился на этой цифре, и весь год число подписчиков не двигалось. Несмотря на это, я продолжал искать свой формат, я продолжал делать видео и улучшать свой канал. Несмотря на маленькие просмотры, мои видео продолжали выходить на канале. И, наверное, мое упорство не было бы долгим, если бы не поддержка моих родных и близких. Не поддержка тех, у кого есть такая же любовь к своему хобби, к моим друзьям. Я не буду называть имен и фамилии, но те люди, которые всегда мне помогают, они знают, что я говорю про них. Благодаря им моя мотивация делать видео, несмотря на просмотры, росла. Я с каждым разом убеждал себя, что все, что я делаю, не напрасно, и я найду свою аудиторию. Тогда, наверное, и начался небольшой подъем активности. Ко мне стали приходить подписчики, поддерживать меня на стримах, комментариях и, конечно же, в лайках. Поддержка дала мне больше уверенности в том, что алгоритмы когда-то пойдут вверх, и я также не сидел без дела. Я писал множество раз на почту YouTube, писал своим партнерам и пытался вместе с ними найти в этом всем момент, когда алгоритмы и число просмотров пойдет вверх. И, как видите, сейчас на канале уже больше 40 тысяч человек. Прежде всего, я хочу поблагодарить своих близких и друзей за поддержку. И, конечно же, вас за то, что вы остаетесь со мной, несмотря на разные форматы, которые были на канале. Мы начинали с игр и добились роста до 25 тысяч подписчиков. Потом я перешел в анимацию, и, как видите, нас уже больше 40 тысяч. Неизвестно, захочу ли я потом делать видео про игры, про мультфильмы или пойду еще в какой-то формат. Главное, что несмотря на игры, мультфильмы или еще какие-то темы, вам был интересен прежде всего я, и вы видите, как я стараюсь для вас. Нас ждет еще много приключений в этом неизведанном мире творчества. И мы все одна большая панда, которая покоряет вершины Ютуба. И мы еще много что сделаем и не упустим ни одну тему и ни одну теорию. Спасибо вам за цифру в 40 тысяч. Я надеюсь, что дальше будет только больше и круче. Ведь я всегда пытаюсь настраивать вас на добрый день, начиная с коронной фразы. Спасибо вам, нас уже больше 40 тысяч подписчиков. И останавливаться мы не собираемся.